будет мероприятие в клубе «Где логика». То есть в 8 часов вы также приходите в клуб и занимаетесь по расписанию лагеря. По обычному расписанию в обычном лагере и обычном корпусе отдыхает необычный отряд. Правда, о своих особенностях дети здесь почти не вспоминают, ведь рядом с ними и другие ребята. Специалисты называют это инклюзивным развитием – условия, когда дети с различными отклонениями учатся, играют и просто находятся рядом со здоровыми сверстниками. Расписание насыщенное. После утреннего сбора все расходятся по своим мастер-классам. Покажешь мне баночку сыра? А для чего эта баночка? Потом что мы с ней будем делать? Светильник. Что ты вчера делала? Вертушку. Вертушку? Вот эту, что ли, вертушку? Да. Анюта вместе с мамой и братиком приезжает в лагерь уже второй год. На летние уроки ходит с удовольствием и занимается прилежно. Что мы делали вчера? Пикник. Мы устраивали вчера пикник с Анютой и с братом. Да. Бери ручки. А еще что делали? Вы пикниковали, а мама? Играла. Пойдем покажем наш корпус, тетя. Как мы его украсили. Да. Пойдем. Вот расписание дня. На каждый день расписание. Мы здесь смотрим, что нам каждый день делать. Проходите к нам в корпус. Здесь мы вам покажем, какую мы выставку делали. Здесь на каждой руке написано имя ребенка. Все дети, которые живут в этом корпусе, здесь указаны. Аня, покажи, где твоя ручка. Вон она. Тут нарисовали. Заданием было изобразить лето и свой отдых в лагере. Кто-то нарисовал речку и радугу, кто-то животных. Еще свежие впечатления от приезда контактного зоопарка. Собрались за столами и рисовали, да? Да. А еще что мы все дружно делаем? Возле корпуса у нас стоят качели. Да, и мы качаемся. А длина здесь прямая? Мы вчера соревнования занимались. Девочке нравится спорт, но самой заниматься в полную силу врачи пока не разрешают. А покидать мячик вместе с мамой – запросто. На спортивной локации тренеры делают все, чтобы любой ребенок мог попробовать себя в каком-нибудь направлении. Но кроме прикладного творчества и спорта есть еще вокалотерапия. Специалисты уверяют, пение развивает не только слух и чувство ритма, оно помогает правильно дышать, а знакомая мелодия добавляет эмоций. К слову об эмоциях, после мастер-классов ребят порадовал кукольный спектакль. Дети помогали всеми силами зайчику и старались посильнее запугать лису. Мы с каждым годом все более четко стараемся структурировать время пребывания здесь, конечно, нисколько не умаляя возможности для свободного общения, для свободного времяпровождения. Вот. И все наши события мы стараемся наполнить сказочными, какими-то яркими, незабываемыми событиями. И событий действительно много. Причем и каждую смену программа разная. 4 смены. Сейчас вот 8-го у нас закрытие будет свое, 9-го все уезжают, 13-го заезжает следующая смена, это еще 70 человек. И потом 2 таких смены, они будут в августе. И каждая смена, она по-своему уникальна. То есть мы делаем каждую свою программу, мы приглашаем очень много, скажем так, представителей других организаций. Это библиотеки, это вот у нас был живой уголок, мыльные пузыри, аниматоры. То есть на самом деле делаем каждый заезд по-своему уникальный и закрываем его по-своему уникальный. Всего за лето побывать в таком необычном отряде успевают около сотни семей. Еще нам на ушко рассказали, что границы между разными детьми здесь стираются настолько, что становятся незаметны. Общение с другими детьми позволяет таким, как Анюта, смело мечтать. Девочка пообещала в следующий раз приехать вместе с папой, но уже в другой роли. Самой помогать малышам из инклюзивного отряда восстанавливать здоровье.